Приветствую вас на канале в начале, с вами снова Александр. И сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как Ноев Ковчег. Обсудим это историческое явление, разберемся, имел ли факт вообще в истории такой, либо какие-то похожие. Ну и разберемся, какое место вообще эта история, эта легенда занимает в Библии и как она там вообще оказалась. Что касается вообще Ноевого Ковчега. Ситуация здесь следующая поиски Ноевого ковчега, они, ну, не то чтобы возобновились... А они получили такой вот новый толчок где-то в середине 20 века. И причиной для этого стала фотография журналиста, фотожурналиста, который пролетал вот как раз над горой Арарат и который сделал фотографию на которой ну, было нечто похожее вот на на огромную лодку на огромный корабль на огромный ковчег это был 1950 там какой-то год в это время оживились все любители чего-то необычного в это время оживились все любители каких-то археологических загадок и археологических находок и сразу же все бросились на гору Арарат, и все сразу начали искать там Ноев Ковчег. Скажу одно, Ноев Ковчег не найден до сих пор. Даже предположительное место остается всего лишь предположением, потому что все то, что находилось, потому что все то, что было похоже на ковчег, им не оказывалось. Ну, как бы там были для этого свои определенные там научные причины. Да, то, что самолета э, с воздуха выглядело как м, огромный корабль, по факту просто э, оказывалось оползнем глины камней, ну горы, снег, ледник, то есть вот такие процессы там происходят, и есть очень много таких вот иллюзорных моментов. Поэтому говорить о том, что Ноев ковчег найден, нет, Ноев ковчег не нашли, и очень многие ученые, они как бы высказывают очень правильную вещь. Они говорят о том, что, ребят, ну, неправильно искать вообще ковчег на вершине какой-то горы. Тем более на вершине горы Арарат, которая это такое вот вулканическое, скажем, сооружение, природное. Поэтому там и по-хорошему вот этот ковчег мог быть уничтожен очень много тысяч лет назад, ну если считать его чем-то очень старым, да, чем-то и события, связанные с новым ковчегом, считать довольно-таки старым, произошедшим где-то там за три, за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова, то вот сам вулкан мог бы уничтожить ковчег уже очень давно. Поэтому ученые склоняются к тому, что неправильно искать ковчег на вершине. А в горах постоянно происходят оползни, а постоянно движутся ледники. Поэтому ученые говорят о том, что нужно искать ковчег у подножия горы. Именно туда ковчег мог со временем сползти и мог там оказаться. Поэтому логика сама поиска ковчега огромные лодки, кстати, которая, ну, если измерять вот те локти библейские, которые были, ну, это приблизительно где-то 140 метров. искать эту огромную лодку, которая уже ветхая и которая могла уже 350 раз рассыпаться на вершине горы Арарат, ну, очень сомнительное удовольствие и неправильно с точки зрения научной, с точки зрения там археологии и всех вот этих вот моментов. Поэтому начнем с того, что Ной в ковчег. Не найден. Теперь идем дальше. По поводу размера я сказал, это приблизительно 140 метров. От 137 до 157 метров длина этого ковчега, длина этого корабля, назовем его так, должна быть. Ученые до сих пор спорят, какие там локти применялись для измерения этого судна, о котором говорилось в Библии. Но, тем не менее, это где-то вот... В среднем где-то 140 метров идем дальше с этим с, с этим то понятно и пусть ученые ищут мы не против мы только за если найдут и если покажут нам ноев ковчег мы будем только рады но теперь идем дальше все мы знаем для чего был построен ноев ковчег ноев ковчег был построен для того чтобы спасти животных которые якобы должны были погибнуть в результате огромного наводнения, потопа, мирового катаклизма, который должен был смыть с лица земли, все живое и человека в том числе. В том числе. Цитата: Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут, из птиц по роду их, и из котов породу их, и из всех присмыкающихся по пози земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. То есть мы понимаем, что согласно легенде, Ной должен был построить ковчег, на котором должны были спастись все животные Земли. Ну какие-то их отдельные представители. Теперь считаем. Нашу планету населяют 30 миллионов видов животных. После этого все становится на свои места. Если бы у Ноя был целый флот огромных кораблей, то 30 миллионов видов животных по паре, это уже 60 миллионов особей, вне зависимости от того, какого они размера, ну, сами понимаете, что это просто нереально. Далее идем. Если верить Библии, Ветхому Завету, то Ноев Ковчег был загружен всего лишь за неделю. Ученые подсчитали, что это невозможно. Если бы такое количество особей было погружено на корабль, ну, допустим, он был бы каких-то исполинских размеров. Ну, допустим, чисто теоретически он бы существовал. На это бы ушло 30 лет грузить 60 миллионов животных. Вот 30 миллионов этих пар. Но Ученые сразу говорят о том, что, возможно, в Библии имелось в виду, что не всех животных Ной должен был забрать с собой на ковчег, а может быть только тех, кто жил и обитал в той местности, где жил Ной. Ну, тогда вполне возможно, да, тогда это вообще реально, но 30 миллионов пар животных, это просто нереально. Вот если ссылаться на цитаты из Библии, да, что Ной грузил там на ковчег 10 видов чистых животных, 7 пар от 10 видов чистых животных, овцы, антилопы, рогатый скот, козлы, олени. Там же описаны в Библии нечистые звери, свиньи, зайцы, ящерицы, улитки, их там 30 видов. Ну, то есть в сумме на борту ковчега должно было оказаться 260 особей. Ну, это в принципе нормально. Ну, это вот уже реалистично. Но 30 миллионов пар погрузить на Ной в ковчег просто нереально. Теперь переходим вообще к самому факту потопа. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Факт потопа. Его нужно обсудить. Потоп, который был описан в Библии, что-то было. Он, этот потоп, оставил какое-то неизгладимое впечатление в умах тех людей, которые описывали этот факт. И если бы это был глобальный катаклизм, как нам преподносит эта Библия, то здесь ситуация бы разворачивалась бы немножечко по-другому. Ученые занимались доказательством того, что глобальная катастрофа очень-очень много лет, тысячи лет назад, происходила в какой-то форме. Но никаких доказательств этому найдено не было. То есть потопа, который все смыл с лица земли, его не могло быть даже теоретически. И сейчас я объясню почему. Ну, ситуация следующая. Сама идея потопа перечеркивает все, что известно науке об истории Земли. Чтобы затопить планету до вершин Гималаев, нужен объем воды в три раза больше, чем имеется во всех океанах. Откуда вода могла взяться в данном случае? Цитата из Библии. Разверзлись все источники великой бездны. Не сказано, что вода начала литься сверху, да, из пожарного шланга, из пожарного бронзбойта. Из бездны вода пошла. Окей, что у нас может быть в бездне? Ну, какие-то подводные, подземные воды или гейзеры. Но ситуация с гейзерами обстоит следующим образом. Ученые говорят следующее по этому поводу, по поводу гейзеров. Не может быть такого, чтобы вода в таком объеме исходила из гейзеров и подземных источников. Если бы это произошло, то это уже была бы не вода, а болотная жижа, по которой плавать невозможно. Кроме того, затопление всей поверхности планеты привело бы к изменениям в атмосфере Земли. В атмосферу поступило бы так много пара, что человек захлебнулся бы во время дыхания, а давление так возросло, что разрывало бы легкие. А еще выбросы гейзеров содержат сернистый газ, поэтому люди задохнулись бы еще до начала потопа. Вот вам и пожалуйста. Подытожим глобального мирового кризиса и мировой катастрофы, описанной в Библии как всемирный потоп, не было и быть не могло, учитывая то, что в Библии сказано, что разверзлись какие-то вот внутренние воды и источники великой бездны. Здесь опровергаем полностью возможность и реальность наступления данного события. Но идем и копаем дальше в историю и разбираемся, кто такой Но... Ной. Ученые, которые проводили расследование о ковчеге, они в свое время и привлекли к этому филологов. Изучив язык легенды о Ное, они пришли к выводу, что она написана в шестом веке до нашей эры. Достаточно свеженькая такая. Ее вставили в Тору еврейские священники жившие в Вавилоне. Вавилон – это современный рак, и вавилонская культура шумерская, вы о ней тоже знаете. Есть высокая вероятность того, что именно они сочинили красивую притчу. Ну, скажем так, не сочинили, а доприукрасили уже то, что было сочинено до них. Ученым хорошо известно, что любая из таких легенд всегда содержит определенную долю истины. И, возможно, история о Ноевом ковчеге лишь невозможно, а так оно и есть, гипертрофированный пересказ реальных событий, но которые происходили не с Ноем, а вполне возможно с кем-то другим. 150 лет назад англичанин Генри Лейдер изучал руины в Вавилонской библиотеки в Ниневии. Обнаружив сотни клинописных табличек он, табличек, он отправил их в Британский музей, где с ними хотелось бы ему, чтобы с ними поработали соответствующие специалисты. Но работники музея не придали важности очередной партии глиняных книг и отправили их в запасники. В 1872 году, когда сотрудник музея нашел их, Джордж Смит и расшифровал, он предоставил свои выводы ученым, и они оказались очень интересными. Он нашел очень много сходств между Ноем и эпосом о Гильгамеше. Ной, Гильгамеш, а плюс еще и Атрахасис, Одно по факту лицо. То есть, это очень древняя легенда. Они там тоже, вот и Гильгамеш, и Атрахасис, они плавали на плотах. Они спасались от наводнения. То есть, Ной ну, по факту стал пересказом. Который потом превратился в такую вот гипертрофированную легенду. В такой миф. Поэтому, как всегда, священники постарались. Не спорили ученые с одним. Что... Потоп действительно был. Но потоп был не мирового масштаба, а потоп именно на территории Ирака. Туда отправили массу археологических и геологических экспедиций. Все они подтвердили, что да, серьезный потоп в этом регионе действительно был. Возможно, даже был такой человек Ной. О нем позже. Есть. Сходство а, Ноя с реальным человеком, которого наделили в свое время вот этими легендарными баснями. А... Атрахасисе и Гильгамеше. Ну и сложилась вот такая вот общая, очень красивая, очень яркая картинка, которая очень-очень классно легла в Библию. Так вот, ученые подтвердили, что да, вот на территории Ирака действительно был очень большой потоп. Он случился приблизительно 5000 лет назад на территории тогдашней Месопотамии. Именно там, в Месопотамии, на этой территории зародилась цивилизация шумеров, Ассирии и Вавилона. Соответственно, там и появился эпос о Гильгамеше. Шумерский Ной – это вот Атрахасис, такой шумерский герой, который, вот, как и Ной, тоже плавал, спасался от потопа. И Атрахасис, и Гильгамеш, они постоянно разговаривают с Богом, они постоянно слышат голоса Бога, он им что-то рекомендует, он им что-то говорит. Ну и, соответственно, они выполняют какие-то его указания. Ученые предполагают, что легенда о Ное – это христианский вариант языческого эпоса, написанного вскоре после выше указанного потопа. Последний потоп, последний на территории Ирака, тот, о котором мы говорим, тот, от которого якобы спасался Ной, тот, который увековечен в Библии, действительно размыл очень Многие города Месопотамии, но не весь мир. Поэтому говорить о всемирном потопе здесь не приходится. И еще ученые обнаружили одну такую деталь. На древнееврейском языке слова земля и страна писались одинаково. Поэтому можно предположить, что там описано наводнение местного характера. Наводнение в стране а не наводнение повсеместно на Земле. Теперь переходим непосредственно к Ною. Ученые говорят, что да, Ной мог существовать. Да, действительно человек, который попал вот в какую-то сложную ситуацию, связанную вот с катаклизмом, с наводнением, действительно такой человек мог быть, как выглядит и как обстоит ситуация с этим. Во-первых, ученые говорят, что если Ной и существовал, а он скорее всего существовал, он был шумером. А значит что? Значит он брился наголо, красил брови и носил юбку. Шумеры именно так и одевались. У них так было принято в культуре. В эпосе о Гильгамеше говорится, что у него было и золото и серебро, а из Библии мы знаем, что ну, Ной просто вот разговаривал там себе с Господом и занимался своей работой. А вот в эпосе о Гильгамеше есть уточнение, касающееся ну, того Ноя Гильгамеша, и там говорится, что у него было и золото и серебро. И получается, что Ной, это не просто обычный человек, а это торговец. Вместо ковчега он, скорее всего, имел огромную баржу, которая прекрасно подходила для перевозки скота, зерна, пива и других товаров. Торговые центры в тех краях лежали по берегам, поэтому перевозить товар по воде было проще и дешевле. Теперь, а теперь вполне себе нормальный адекватный вопрос: какого размера была баржа Ноя? Ученые пока что точно сказать не могут, они вот просто а, прикидывают, но они говорят о том, что даже вот в эпосе о Гильгамеше говорится о том, что лодка была разделена на секции. Большие суда в те времена строились по типу понтонов, то есть несколько барж могли стягивать канатами, а наверху строился дом владельца судна. Поэтому, скорее всего, вот тот Ной мог действительно просто жить на своем судне. Он жил вместе с семьей, он мог погрузить на него животных для продажи и перемещаться, соответственно, там по рекам и по каким-то водоемам, по водным гладям, скажем так. Могло произойти так, что когда судно было пришвартовано, иной с семьей как раз на нем находился, начался ураган, началось наводнение, и ураганный ветер оборвал веревку и понес баржу Ноя по водам реки Ефрат. Ученые знают, что таяние снегов в горах Армении в июле повышает уровень воды в Ефрате. В то время протоки становятся проходимыми для кораблей. И такого половодья и дожидался Ной, чтобы отправиться по реке со своим товаром. И если предположить, что в это время случилась сильная буря, то Ефрат мог превратиться реально в бушующее море, став причиной наводнения. Однако в июле в этих местах редко бывают дожди, поэтому по подобные потопы случаются не чаще, чем примерно раз в тысячу лет. И именно поэтому это событие и могли зафиксировать в летописях как какое-то необычное. Дальше в те времена климат в этих регионах был более жаркий и влажный, а потому ураганы и ливни были гораздо сильнее, чем они бывают сейчас. Если бы такая буря совпала по времени с таянием снега в горах, то могла бы затопить всю Месопотамскую равнину, что скорее всего и случилось. В Библии говорится о том, что 40 дней, 40 ночей лил дождь, отворились окна небесные. В Вавилонском эпосе там все скромнее. Там просто говорится о том, что Семь дней лил дождь, и семь дней длилось наводнение. Но в принципе и этого бы хватило для того, чтобы нанести урон природе, местности и человеку. И если цитировать словами Библии, истребить с лица земли человеков, то есть уничтожить какие-то города и поселки, в которых действительно там проживали люди возможно оторванная от берега ураганом баржа Ноя, действительно долго дрейфовала, но уже не по пресным волнам Ефрата, а по морским. В вавилонском тексте говорится, что вода за бортом стала соленой. Ученые рассчитали курс баржи по затопленной равнине и пришли к выводу, что ее, очевидно, унесло в Персидский залив. Неизвестно, как долго плавало семейство Ноя по заливу, но... Может быть год, а может быть и 7 дней, как в шумерском эпосе. Скорее всего, считается шумерский эпос более вероятным. Питаться ною было чем? Потому что на барже, скорее всего, было пиво, которое варили прям там с незапамятных времен, либо как минимум хранили, его могли пить Ной и все родственники, которые жили на этой барже. Соответственно, у него мог быть какой-то скот на этой барже. Но что самое интересное, Ной, скорее всего, не вернулся туда, где он раньше жил. Почему? Возвращаться после наводнения обратно в родной шумерский город Шурупак, где жил Ной, это этот вывод сделали из записей, из похожей легенды. Ной, ну, не захотел бы туда возвращаться. Почему? Потому что по шумерским законам любого, кто задолжал деньги и не смог вернуть долг, неизменно обращали в рабство. Будучи торговцем, Ной. Скорее всего, у него были какие-то кредиты, у него были какие-то залоги, и он кому-то задолжал. Да плюс еще эта катастрофа его очень хорошенечко потрепала и куда-то непонятно там вынесла. Скажем так, Ной подгорел на потопе, ему нечего было отдавать долг, и он просто не вернулся в свой город. Вот и все. Поэтому Ной спокойненько себе уплыл и не думал даже возвращаться в свои... В родные пенаты, да, в свой родной город Шурупак. В некоторых записях древних находили даже информацию о том, что Ной мог быть ну, вот как бы главой города, да, мэром, возможно, так. Называ, называется это сейчас, но ранее это про, просто вот был глава города Шурупак. Но законы были такие, что глава ты или не глава, но суд был справедливый для всех: мэр города ты или нет, ты все равно отвечал по законам того времени. Считается, что дальнейшая жизнь Ноя покрыта тайной, но в одной из вавилонских табличек все же рассказывается, что Ной остался в земле Дилмон. Это сейчас остров Бахрейн. А вот в горах Арарата баржа Ноя после потопа оказаться никак не могла. На острове Бахрейн очень много неследованных могильников. И ученые допускают, что если Ной оказался там, то там и нужно искать этот Ноев ковчег. В любом случае, история интересная. В любом случае, ученые не отрицают того, что ну, в истории могло быть место для такого наводнения, для такого человека, который пострадал от этого наводнения и оказался один с семьей на каком-то корабле, на каком-то плавсредстве гигантском с животными, со своей семьей, мог остаться вот в этих бесконечных морских просторах на какое-то время. Но, скорее всего, не на год. И, как мы уже разобрались, речь не идет о глобальном катаклизме. Речь не о потопе, который на тот момент затопил всю планету Земля. Это какой-то локальный такой вот катаклизм. Это локальное затопление и это локальная проблема, из которой позже раздули настоящую легенду, гипертрофировали, изменили и превратили вот в такую замечательную замечательную сказку, которая с реальностью имеет э, немного точек соприкосновения, ну а с Богом так, наверное, вообще не имеет никаких моментов, в которых бы Ной, ну вот этот вот библейский, мог бы как-то пересекаться. Да, могли предшественники его вавилоняне и вот то, что касается шумерских легенд. Возможно, там кто-то и что-то слышал. Но это все перенесли уже вот в библейские легенды. И таким образом создали Ноя, который якобы разговаривал с Богом. На самом деле все было гораздо более прозаично и гораздо более проще. Но от того не менее интересней э, распутывать вот этот вот клубок и от того не менее интересней ученым биться и пробиваться к правде для того, чтобы она потом стала вашей, для того, чтобы вы знали, как было на самом деле. Они бегали с Библией. Во дворах домов и не рассказывали людям историю о Ное и Ноевом ковчеге, выдавая ее за действительность. Это на самом деле не так. На сегодня у меня все. Теперь вы знаете больше. Услышимся в следующем подкасте.